Привет. Субтитры сделал DimaTorzok.
Докладываю, на Подкове авария из трех машин. Подкове, подойди сюда. Как сюда? Сейчас сфоткаю. Вот там, около этого, знаешь, где это? Треугольник. Ага. Вот туда, знаете? А планшеты работают? А, все, только три машины. Ну, вот это, да, тут догнал, я догнал этого и... Отниму. Сейчас забава. Ходи, кстати, в эту машину. А кто водил вот это? Я. Ты? А, ритуал. Все, давай. По городу Москве. Генерал-майор внутренней службы Желтов Сергей Алексеевич. Расскажите, что здесь произошло, как сработала МЧС, какая площадь пожара? 12 часов 25 минут в центр управления кризисной ситуации города Москвы поступило сообщение о пожаре по улице Дорожной, дом 7, корпус 3. По прибытию на место личным составом пожарно-спасательных подразделений было обнаружено открытое горение из двух окон на четвертом этаже. Пожар был ликвидирован в течение получаса. Из горящей квартиры был спасен один человек. 7 человек было эвакуировано с вышележащих этажей. К сожалению, непосредственно в огне, в очаге, был обнаружен один погибший человек. Со слов очевидцев, который занимался изготовлением пиротехнических изделий. Полностью точная причина и виновное лицо возникновения пожара будет установлено чуть позже при расследовании специальной комиссии. Спасибо. Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев. Данный дом является газифицированным, соответственно, в указанной квартире есть газовые приборы.
После допуска для проведения осмотра установлено, что газовые приборы целы, все подводки и трубопроводная арматура в зону огня не попали. Соответственно, герметичность приборов обеспечена. Дом от газоснабжения не отключался, находится в рабочем состоянии. После пожара, соответственно, газовые приборы в этой квартире заглушены под заглушку до выполнения ремонтных работ. Произошедшее к пользованию бытовым газом не имеет отношения. Скажите, сколько квартир пострадало? Пострадала одна квартира, трехкомнатная квартира. Так, а вот наверху... Не найдется никого.